Ольга Бузова стравит Давида Манукяна и 20-летнего блогера Михаила Литвина. Сомнений в этом не остается после любопытных вопросов певицы, адресованных молодому человеку в прямом эфире Инстаграм. Ольга поинтересовалась у Литвина, смотрел ли он когда-либо реалити-шоу и в курсе ли, что она сейчас является его ведущей. После этого Бузова продолжила давить на самые уязвимые места для любого блогера, тешить самолюбие парня, подчеркивая, что ему несказанно повезло, ведь сейчас этот эфир смотрит свыше 70 тысяч человек. Но это еще не все. Оля плавно вела к самому главному, убеждая собеседника, если такой ажиотаж от обычной домашней онлайн-беседы, то что же будет, когда шоумен появится на телепроекте? Дом 2 перевернется. Нетрудно догадаться, в каком контексте схлестнутся Манукян и Литвин. Ольга может выступить в роли вожделенной барышни, за которую будут бороться и соревноваться в красноречии два благородных рыцаря. Разумеется, что эта ситуация станет очередной постановкой. Ведь всем давно известны козырные ходы продюсеров телестройки, где сплошь и рядом актеры и лишь одна профанация. У Михаила более 10 миллионов подписчиков, поэтому участие парня в «Доме 2» сделает рейтинг скандального шоу просто недосягаемым. Этого и добивается Бузова, которая стремится к абсолютной популярности в российском шоу-бизнесе и уже полгода подогревает интерес публики к свадьбе с Давой, которая почему-то до сих пор не состоялась. А все потому, что держать зрителя в напряжении – главная задача знаменитости и ее партнера Манукяна.